Не Оболонью единой продолжаются разборки и на политическом фронте. Вчера советник министра МВД Илья Кива объявил о том, что возглавит политическую партию. И не какую-нибудь, а социалистическую. Правда, сами партийцы назвали это фейком, после чего в соцсетях поднялась волна политического троллинга. Подробности выясняли наши корреспонденты. Заявление, которого никто не ждал. Илья Кива, советник главы МВД, утверждает, что видит себя в большой политике, а именно у руля соцпартии, которую он якобы возглавил. Я принял пропозицию очолить социалистическую партию Украины. Это одна из наиболее известных украинских партий, с найдовшою партийной историей. Відповідне рішення було щойно ухвалення на з'їзди партії. Чому я роблю цей крок? Я впевнений, що саме політичними засобами можна вдосконалювати і реформувати державний апарат, полегшити життя трудящих. Вот только в самой партии об этом ни слухом, ни духом. В СПУ съезд даже не анонсировали, а информацию Киева называют банальной махинацией. Уже обратились к президенту за поддержкой. Если бы мы проводили съезд, те съезды, которые мы проводим, мы выставляем у себя на сайте, на партийном сайте, повідомляємо засоби масової інформації. Просто вони таємно все це зробили, а після цього вийшов у засоби масової інформації Кива. Пора покінчити із тим бандитством, із тим рейдерством. Позже в СМІ появилось відео псевдосъезда. Как утверждает нардеп Сергей Каплін, его пытались провести бывшие руководители партии, которые после решения высшего админсуда юридически самозванцы. Следовательно, назначение Кивы – фейк. Рейдерское захоплення руками Авакова, руками Турчинова, руками Яценюка. Вони активно готуються до наступних парламентських виборів. Окремо хочу заявити, що спілкувався з керівництвом справжньої соціалістичної партії і справжніми лідерами, членами політради цієї структури. У них позиція наступна. Вони заявляють, що нещодавно партія виграла всі суди, вигнала своїх рядів тих, кто намагався раніше вкрасти цю партію. Тем временем назначение или псевдоназначение Кивы в соцсетях вызвало волну шуток и фотожаб. Мы собрали только самые яркие высказывания. Лариса Иванова, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер.